всех приветствую. Мы на пляже Дельфин с вами, друзья. И сегодня этот обзорчик, хоть он и дневной, но он чуть-чуть пораньше со мной снимается. Я все-таки сделаю на пляже Дельфин. Ролик про пляж Дельфин я снял, прошел практически до этого места. Дальше там, где ведется это строительство, уже не буду. Я там чаще, кстати, бываю, чем как где-либо на пляже Дельфин. Поэтому мы отсюда с вами подойдем. Сегодня у нас 18 число, да, для памяти. Замерим температуру морской воды. Водичка еще не самая чистая, скажу я вам по секрету. Но вполне пригожая для ее посещения. Главное, телефон оттуда вытащить просто из кармана, когда посещаешь водичку. А то это посещение может стать, ну, не то чтобы, но дорогим. Одним из самых дорогих посещений моря. Людей на пляже все больше, больше и больше. Температура отличная, тепло, хорошо. Надо будет внимательно посматривать за сумочкой. Идемте. 33 воздуха показывает, а нет, 32,8 показывает температуру воздуха. Глубоко не пойду, будем замерять около Америка. Вчера на пляже Фламинго было 28 градусов. Прям интересно, сколько будет здесь. Ой, 28, 25 градусов, что же я несу-то такое. Здесь уже попрохладнее вода, сразу говорю. Вот как бывает. Но для купания, я так думаю, все-таки нормально. Я еще немного подожду. Еще немного подожду, все. Цифры устаканились. Нет, не устаканились. 23,3. Для купания вполне нормальная вода, для плавания тоже. Так, осторожно, волна, у меня камера. Ладно, я-то. 23,4. Ну, в общем, 23,3 температура морской водички. Сумочка моя на месте. Далеко не пойду. Так, вкратце покажу вам обстановочку на пляже. Вот сколько людей, вот. Людей все больше, больше и больше. Я так думаю, что если все нормально, если останется море, не будет никаких штормов, а я, вероятнее всего, их не будет, то к завтрашнему дню водичка будет намного чище и красивей. О, петушара возвращается какой-то. Типа банан. Люди машут, приветствуют нас. Но они, правда, наверняка не знают, что я их снимаю, ну ладно. Все равно машут. В общем, все классно. Горка работает прямо в море с разбегу. Состояние набережной вы видите в ролике, в отдельном ролике. Опять же повторяю, ребят, что на ютубе вы его смотрите, вот этот ролик вы сейчас... А, нет, вы же это дневной сегодня увидите. На ютубе дневной ролик выйдет, естественно, сегодня, а вот ролик про пляж Дельфин выйдет несколько попозже, в связи с тем, что загружается очень долго. Чуть-чуть доберусь сейчас на набережную, чуть-чуть покажу вам вид сверху, и все. И потопаю я дальше гулять. Пойду по абрикосовую сверну на виноградную. Хотя все не в Сочи, и абрикосовую, и виноградную. Вот такие дела. Там он набережную еще делает. Всем пока. Всем доброго дня.